сегодня приехали недалеко от Сакраменто, в Плассервилли городок. И здесь вот находится шахта по добыче золота. Ну, она сейчас, естественно, не действующая. И мы сейчас зайдем вовнутрь. Небольшая как бы экскурсия. Тут также можно погулять. Есть разного рода трейлы, дорожки. А вот это вот вход в шахту. Во времена золотой лихорадки она, естественно, действовала. Вход стоит $12 на взрослого. Тебе дают приложение или телефон. Дают скачать приложение или телефон. Вот дали, потому что у нас почему-то не качает. И вот ты идешь, и тебе рассказывают историю шахты. Ну что, будем заходить? Пошли. Давай тебе одеть тебе фонарик на голову. Фонарик на голову. Не хочешь? Ну, как хочешь. Gold Bug Mine. Не хочу я. А то ты еще достань, пожалуйста, Даша. Папа, я не хочу. Мама, так, вот так идет шахта. Да? Кто был? Динозавры, да? Нет, это здесь добывали золото. Только здесь золото. А вот смотри, видишь, это земные горные породы какие. Это золото и есть? Это и есть золото? Нет, это не золото. Вот золото. Она будет рассказывать сейчас. There are some folks here that want to see the mine. Well, hello there. Come on, step to the portal and hold a bit, all of you. You ready to see the gold bug mine? Now, I know you can't see me or that harmonica player either. That's because we're ghosts. That's right. Some folks might think the ghost of the gold bug. Don't get scared, though, because we're basically... Mama, как прораб, да? Only thing is, invisible. Papa, почему тут как шагали... Золото, а теперь я забыли раньше тут, а теперь их нету. Ну, они уже уехали все. Все, шахта уже не работает, смотри. Смотри, как. Кого? Ну, тут уже не становится, тут такой высокий. Да, поэтому и каску дают. Смотри, какая красивая Даша. Конечно, дочь, а есть тут мы, там люди еще есть. А, не хочу я, смотри, какие камешки. Тебе же вот камешки нравится разбирать. Смотри, какие красивые камни везде. Ну, это не золото. Вот тут. А здесь другие, видишь, камни, другая структура камней. Это ж гора, Дотя. Давай, иди, ай. Давай, иди. Кого? Всякого. Кого тут боятся? Фонарик. Смотри, как зато интересно. Ты когда-нибудь видела так шахты такие? Говорит, у мамы телефон говорит, он рассказывает тебе историю шахты. Так, мне надо искать. Я нашла золото.
он рассказывает за... Ты видел там, где номера? 1, 2, 3 Да, я видел номера. Смотри. Мокрая вода, видишь? Ну, нужно. Чья это маска? О, смотри, Лиза. Это чья это маска? Это что это? Да. Водичка стекает, наверное. Тут капает водичка здесь тоже, видела? Ну, папа, а тут точно никого нет. Да не бойся ты. Да, капает. Да, и смотри, какие растут такие сталактитики небольшие, видишь? Лиза, ты можешь просто включить и носить? Ты видела, Даш? Смотри, какие. Ага. Тут еще там был номер 100, а тут номер 5, да? Того. А вот это что? Где? Дерево, блин, дерево держит. Ты представляешь, сколько стоило труда вот это все здесь пробивать, а? Смотрите. It's an opening into a whole different world, and, well, you can see for yourself. So let's start walking. Sorry. Do you notice the sports timbering is used to support softer ground in mines? Прямо? А смотри, какая белая, да, как снег, как будто, да? Видишь, как каска спасает? Вау. Класска. Смотри. Это чье? Это натуральное. Почему не натуральное? Он же рассказывает, это бутлек. Все, пойдем все дальше. Так, а тут нам подальше, будем слушать за нами. Идемте. Без каски я тут уже остался бы без головы. А тут уже теплее, да? Ну, у меня палец какой-то белый. Там было вначале написано, что это делали не во время Gold Rush. Ну, это позже уже, наверное, да, это шахта была. Смотрите, а здесь, смотри, как это тоже. Ой, половину пошли. Пойдем. Пошли. Папа, я знаю, там была такая тачка. Вот она. Этой тачкой вывозили руду. Да. Да. Это гном получается. Гном? Да. А чё гном? Гном, это же тоже так копает землю, уходит. А почему дальше закрыто? Да. Ну, потому что дальше, наверное, не совсем безопасно идти. Там золото.
Руда, руда. Добывали руду. Дяди стояли и кирками били. Загружали и вывозили. Вон, смотри, какой камень. Давайте number 11 послушаем. Идем туда. Какой? Это какой number, папа? Какой это? Какая это циферка? 7. Ну как 7? 9. Это 9. Тут уже сколько? А это что еще? Ух ты. Вот это золотые прожилочки, наверное. Я нашла золотые прожилочки. Мама, мамочка, я нашла золотые прожилочки. Вот так вот, видишь, Лиза? Вот так вот на тачку камни нагружали, били их, нагружали потом и вывозили на улицу. Все, давайте скорее уходим, а то мы уже застряли, когда загружали. А это что еще такое? Папа, что это? Не знаю, капает что? Водичка вот же капает, смотри, как красиво, какая черная. Сейчас. Пап, давай скорее выходить, а то мы затопимся тут. Не затопимся, не переживай. Испугалась. А что ты испугалась? Потому что там кто-то топнул. Да. Откуда она тут? Не тут соль. Где мама? Вот это вот красивая, да, порода, смотри, какая. Я хочу еще пойти. Я вижу, ты был. Ты представляешь, сколько это вот, сколько труда, чтобы это все выбивать, вывозить? Это точно гномы. Это вот так тоже делали. Это гномы делали, да, Дотя? Мукой? Да. Почему с мукой? Идем. А это что-то, что-то такое? О, что-то красивое, да? Ну, это просто класска. Настя, мам! Идите сюда скорей! Я нашла золото!
ничего нет. Это как будто еще песочек. Так, что это тут еще? Все, он блестит, смотри как. Видишь, как блестит? Это было. Как золотая. Мне не кажется, что это что? Порода что? Горная порода. Вот же 13-й, Даш. Мы уже послушали его. Он просто сказал про причал. До свидания. Вот про эту тачку я говорила. Да, я думаю. Я там не... Есть еще одна. Где? Я не знаю, там где-то, потому что там показана была стрелка туда. Идемте. Это же... называется здесь вот такой вот магазинчик идет. А где ответили? Небольшой, сразу как музейчик. Подожди, Лиз, не уходи. Надо даже обойти эту речку. Тут паутины. Иди сюда, там разные камушки есть. Я хочу себе один забрать. Золото в 1888 году. 20 баксов за 1 ОЗ. Один УЗ это 33 или 34 грамма. Что? Камни. Камни такие, да? Породы вот такие, которые вывозили из этой шахты. Ну вот, gold mining methods, with methods. Вот калифорнийская золотая лихорадка. История ее небольшая. Вот, смотрите. Это улитки. Это остатки улиток, короче. Вот это вот вообще тоже такие красивые, эти вот кристаллы какие-то, да? Кварц. Кварц, да. А, вот кварц написано, что кварц кристалл. Priest mine is the only one, and it's not open to the public. Ah, okay. Yeah. That's it. Thank you. Thank you. Вот это камешки какие красивые, да, Лиза? Вот эти мне нравятся, я их заберу домой. Нет, ты домой их не можешь забрать. Что это? Золотишко, да? За 4 рубля. Можно? Да. Вот золотишко, видите? Ну да, 24 карата. Сколько гол стоит? $9? No, I don't go in there. Можно такое? А, оно не продается? Продается. Мама, можно я такое? А что он такой дешевый? Okay, what? Посмотрели за такое. Окей. Выбери что-то, не за столько много. Да, смотри, с кварцем. Это что, духи? Золото. Я хочу воду.
розовое себе. Ну, значит, положи перебутылочку. А что бутылочку? Вот такую вот. Да, вот That's gold leaf in those necklaces. Mm-hmm. It's a real gold? Yes. It's 24 karat. It's very, very thin, thinner than tin foil. You wouldn't get anything if you dumped it out. It would just kind of, it'd be like paint. Mm-hmm. No, don't go there. Gum. Bubble gum. Какие красивые тоже штучки. Мама, можно я вот это беру? Ты все равно не будешь носить. Даша, смотри. Смотри, Настя. Мне лучше взять такую. Смотри, Лиза. Какую хочешь выбирать? Мама, можно я так беру? Только тогда ты положи. Нет, лучше не буду брать. Не будешь? А что она хочет брать? Покажи, что ты выбрала. Камушки и дельфинчик. Это набор камешков? Да. А что за дельфинчик? I have to close pretty soon now. Ага, окей. Okay. So make your decisions, please. Yes. Окей. Okay. Это что, магнит? Магниты такие, прикинь. Мама, это что, не открывается? Натуральный магнит. Мама, это что, да? Не открывается? Давайте, человек закрывается. Okay, you're going to wear this or you want it in a bag? I'm gonna wear it. Okay. Yes. Please say yes to this bubble gum. If you don't say yes, I'll cry and be sad. What are you gonna do if she doesn't say yes? I don't like it. Do you want your receipt? No. No? Yeah, you can walk out the trails till 5:00. Five? And then the gates lock and your vehicle would be inside. Okay. Thank you. Okay? Have a good one. Yes, you do. Thank you. Very good. $2 стоит этот. Там искать. А, типа самому? Интересные камешки, правда? Это вот в этих, это вот в этих ваннах ты можешь, да, этот, искать, да? Вот в таких ваннах вот ищут, платишь $2 и... Я же в майке. Ну, хочешь это? Ну пусть идет, на. Я тоже хочу. Будьте вместе, бери $2. Просто два и все. Да $2, да, вот бери, на. Посмотри, как она называется. Мам, держи. Идешь, на? Да. Здесь идет дальше территория, трейлы, где можно походить, погулять. Ну идем прогуляемся. Это реально змея. Ой, это реально змея. Это не змея. Это ящерица. Такая ящерица. Нет, да. Это змея. Ну, смотри, тут эти он расходятся. Туда он идет. Да, идем туда. А что они настоящие? Ну они в темноте светятся. Что, все? А? Они в темноте, да, светятся. Ну и что? Они таких ярких цветов. Ночью, а потом они будут светить. О, это какое-то место, да? Ага, 18.
Ну, вот так вот вглублялись. Так начинали. Вот так начинали шахту копать. А потом как крышу делали? Вот видишь, и пошел. Врубаются в стену и пошел. А почему нету верха? Ну, как вверх будет, когда же вот уже начнется холм, гора, и они начнут углубляться вовнутрь. Потом ставят укрепление. А я думала, гвозди. Ну, это же строители. Что, ничего не будет? Она говорит, что если вот это вот высыпать, то там ничего не будет. То есть она тоньше, чем... Это там... Частички там. Да. А ну да, посмотрю. Прикольная эта ручка была, золотая калифорд. Это бы калитка, это было возможно. Золотишко. Мама, можно еще бы колечко взять? Уже закрылось что-то. Папа, иди. А ну подержи, папа. Пошлите. А что мы тут нашли? Ты видела ли? Да, конечно. Это вообще это... Просто пещерка маленькая. Что за всякие? Тут паутина. И что? Сейчас какая гора. О, листок желтый. Давай, поднимайся. Интересно, в этой шахте можно сохраниться от войны? Ну, конечно. Мы вроде бы спускали. Здесь, наверное, она большая. Я не думаю, что она большая, да. Вот это другая шахта, как она сказала, но она не для открытого доступа. Здесь много sandstones и его... Из него делали разные арки. Ой, говорят, что так приводили.